Олег, welcome. How are you? Hi guys, how are you? Oh. Андрей Пирот. Привет. Добрый вечер. Я хорошо. Я вот до дома только пришла. И вот в прямом эфире. Сегодня у меня капец день. Работы накидали меня, основной работы. Потом пошла погулять, развеяться. И вот я здесь. А ты как? А как твой день прошел? Так, Джоли, welcome. Странная песня. Ладно, что норм. Не понимаю, ты так долго пишешь ответ, как твой день прошел, или ты уже вышел, или ты вообще не услышал? Кстати, как тебя вообще зовут? Ну, скучно. Hi guys, welcome. How are you? У тебя скучный день, а у меня бешеный день. Сегодня конкретно было в шоке. Сложный день был, в принципе. Cute years. Yes. No. Yes. Как это читается? Что такое? Так я говорю же, на работе закидали. Новая штука появилась, я типа разбираюсь, занимаюсь этим. Завтра уже буду прям пробовать. Надеюсь, получится. Валюсь чем побыстрее, потому что 28 числа. Cute eyes. Спасибо. 28 числа я еду на концерт в другой город с ночёвкой. И вот, не знаю. Надеюсь, вольюсь всю эту движуху. Мне просто, ну, просто бомбануло, что я очень много делаю, а зарплаты у меня не больше.
фармер Facebook аккаунтов, может, слышал. Это, короче, дно самого арбитража. Самое дно. Теперь не знаю, как мне жить. Я предъявила ее пацан, чтоб я не смел за ней ходить никуда. Баба очень много уебаться, а сам он, в общем-то, мудак. Да так давно не слышала АСП. Очень долго. Я тебя пешком пробую, прости меня, бэйби. Пойду как... нет. Объясняю, короче. Ты берешь тебе кучу сим-карт, тебе прокси, то что меняю местоположение. И ты... создаешь Facebook аккаунт, потом ты типа набираешь всяких подписчиков, так и далее, продвигаешь его, открываешь бизнес-аккаунт, рекламный аккаунт, потом ты заливаешь рекламу на одну из этих страничек и в подальшем продаешь другим людям, и они туда льют типа серьезную рекламу. Вот так вот. Ну короче, ну да, типа как маркетинг по сути. Ну по сути да. А тепер я ще, знаєш, оце... А я на українській розказувала. Капець, машинально. Короче, а тепер я займаюся, знаєш, от... Рома, thank you very much. Хай піднімає мене в топ. Тепер, мені кинули таку задачу, типу, знаєш, здай свой аккаунт Facebook в аренду. Вот. Теперь занимаюсь этим тоже я. Вот так вот. Я не бала. Бала. Хайду. Я у ванной браслет забыла. Капец. Прости. Friends, how are you? What's up? На жаль, я не розумію, що воно пише. Just, блін. Так, аж знакомий написав. Типу, я понімаю, але не понімаю. Мозг не розбираю, не работає. Тинку, велком. Простуженный пятничный парня уверен ни в ком. Американо пахнет салком. Окей. А що я написав, якщо в нього немає цей монеток на подарки? Ладно. Нічого страшного, все нормально.
Нормально. Вообще не скучно сидеть здесь, вот, например, эфира, смотреть. Ну, наверное, я бы не смотрела. Шутит. Ну, это же Джокер. Жесть. Жах. Я шокована. Я в шоке. Так. Такой никнейм даже не прочитаю. О, кстати, злой пират. А я всегда читала Андрей Пират. Как тебя зовут вообще? Чтобы я так раз и запомнила. Но это не точно, помните меня как у рыбки. Пират, хорошо. Ну, я понял, ты такой же пса. Пират, так пират. Какой скрытный, вау. Кстати, так много людей было. Вначале мне писали, а это разве не ты была? Ну, типа, еще один аккаунт. Это ты же? Я такая... Ребята, не палите меня, пожалуйста. Меня, типа, никто не знает. Я вот... Много человек. И тут такие полным. О, сейчас будет годная песня. Песня разбитых сердец. Да, нужно. Думаю, первый месяц у меня выйдет прям плохой на зарплату. Хотя я типа посмотрела, что по диамантам, какая зарплата. Я поняла, что зарплата у меня вот такая вот будет. Ну да. Ну, что поделать? Просто по приколу бывает у Бога. Да. Английский у меня not very good. No. Так, а здесь не с кем разговаривать. Мне никто не пишет. Давай останемся друзьями. Давай останемся друзьями. Я напьюсь, я сильно напьюсь. Я так хочу позвонить тебе, но, пожалуй, воздержусь. Я так-то понимаю, что они пишут. Просто когда у меня мозг загружен, я вообще не понимаю ничего. А так, в принципе, я понимаю. Так, пират. Не надо тут. Не делай мне, ну, день еще сложнее. Кажется, тебе твоего тела станет километрами.
что ты так давно хотела. Давай останемся друзьями. Давай останемся друзьями. Сложным. Давай останемся друзьями. У тебя там давно уже своя жизнь. У тебя там на меня. Я ищу аккаунт. Чтобы посмотреть. Важным. Или у меня лагает интернет? Возможно, лагает интернет просто. Так, вперед, я не тупая. А почему мне не показать? У меня пишет у него все по нулям, кроме подписчиков. У меня реально пишет у него по нулям, что диамантов, что монету. А? Давай останемся друзьями. Алло, кул. Велком. Не заикаюсь. Блин. На сегодня прямой эфир все. Давай останемся друзьями. Это я на своем языке уже говорю, не тупая. Ну типа я все это понимаю. Хорошо. Вов. Welcome. How are you? Начинаем общаться с пару человек. Когда? Сейчас я только 17 минут. Да. Андрес. Не, Андрес. Андрес, да, Андрес, welcome. Я буду где-то еще час. Я не знаю. Но я час точно проведу, 100%. Где-то полтора часа проведу. Friends, how was your day? What's up? У меня получается так, что вот, через один прямой эфир у меня хорошо залетает, прям nice. А второй, вот как сейчас, вообще, у меня не залетает, и я тоже неактивная.
И следующее опять хорошо, а потом опять плохо, а потом опять хорошо. Вот так вот. Hi guys, welcome. How are you? Я здесь рассказывала тебе, пират, а ты куда-то вышел. О, ясно. У меня здесь такие оправдания были, а ты вот так вот. Ясно, ясно. Все, капец. Я в шоке. Говорила, ты много чего говорила. Помню только, что у меня всегда через раз, вот. Один прямой эфир у меня хороший, я такая активная, и у меня хорошо залетает прямой эфир, типа, в топе. А второй прямой эфир, вот как сейчас, у меня вот так вот, и у меня энергии на эфир. Третий, снова мне хорошо, четвертый плохо. Вот так вот, через один у меня. Просто еще вот вести у меня 11-12 вечера, и у меня просто ноль энергии, нужно утром вести, и это в обед. Так, так, да, так вот. Еще кого-то сейчас, может, на батл вызову. Не знаю кого. Может, кто-то нормальный. Еще идет прям эфир. Окей, отправим запрос. Так. Да я все смотрела. Просто сейчас я не знаю, у меня вообще кто-то есть на прямой эфир, кроме тебя, или нет. Окей. Попробуем поговорить. Guys, how was your day? How are you? Нет, ну, здрасте. И что здесь, клоун или что? Я же их, ну... И тут кто-то еще искать, пускай ищут, ну... Такое. Пожалуйста. Пипер, welcome. How are you? Да я знаю эту реальность. Я все понимаю. Я все понимаю. Отлично.
Янив, welcome. What's up? Бесконечно, навсегда. Бесконечно, навсегда. Бесконечно, навсегда. Как повезет. Если бы, если бы... Welcome. Кстати, не знаю. На украинский. Украинский прапор. Ты меня понимаешь, чи нет? Чи ты просто ради прикола там украинский прапор стоит, чи нет? Просто понимаешь, пират? Если бы я вот здесь... Хотела получать диаманты за то, как ты говоришь, вот такая вот реальность, я бы уже была на онлике, а не вот здесь. Ну, вот так вот. У меня созрел гениальный план. Слушай. Но прямо переговорить не буду. Луна-мун, ты тут? Давай, пошешусь. Ну, давай. Ох, ё-моё, чуть телефон не скинула. Она заходит ко мне на эфир уже несколько раз, я ее помню, но ничего не пишет вообще. Я бы могла с ней провести эфир вместе. Чего это она? Ай-яй-яй. Я тоже так думаю. Вообще, блин, не понимаю. О, вот-вот, кидает мне же запросы на эфир. Ноу. Как можно так досить на эфире чьем-то? Вообще не понимаю. Welcome! How are you? Ужас. Прям как в жизни. Не только в интернете. Immortal. Welcome! Все зима. Welcome. Bonito. Welcome. How are you? What's up? Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз? Мимо нас, пронесли. Джус, welcome. Так, нужно что-то... Так, еще одна сплевая песня, и далее будет что-то нормальное. Энджи, welcome!
WhatsApp. Какого черта меня никто не принимает в батл? Welcome, guys. Хорошо, не буду. How was your day? Я знаю, но я же сама приглашаю. Я сама смотрю, кто там. Я приглашаю только девушек. Зачем мне? Да? Зачем? Все, хватит с ней песни. Кого же добавить? О, вот вроде украинка. Надеюсь, хоть ты мне примешь, ну. Маичу. Посылаю цей, щоб мене прийняли в батл, дівчинка, блін, українка, теж Вікторія. Дей. Йо-моё, я шокована. Не судьба, значить, сьогодні. Ну і ладно. Ты отправляешь типа эти смайлики и класс, типа что, ты здесь не смотришь или что? Перестань, не плачь, приятель, ну поднимайся по чуть-чуть, давай найди свой путь. Не забивайся в угол. Спокойно, стоп, игра. Я в домике. Пора рулить вперед, а не тормозить подгонники вперед. Там где-то впереди мерцает свет твоих побед, твоих счастливых долгих лет. И есть всегда надежда, когда кажется, что нет. И есть одна любовь, и есть еще один секрет. Открой глаза, посмотри на небо. В мире столько мест, которых еще не был ты. Открой глаза, посмотри на солнце. Тебе удача обязательно вернется. Улыбнется, смеется солнце. Да. Фигня. Guys, how are you? Для меня это нормально. У меня, ну, монолог просто. Это нормально. Я по жизни сама с собой разговариваю. Так что, ну, не переживай. Деньги, все машины, бриллианты, мерседесы. Я всего должна добиться сама. И ушла. Круто. И сейчас вот снимаю хату. Сейчас будет Ленинград, экспонат. Да, вообще в разных стилях. Такие, знаешь, более постельные тона, вот таких. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом играет. Стоп, ты что, воображаемый друг? Нет, у меня нет. У меня есть воображаемый друг. А куда? Говорю же, мне сегодня мозг вообще не варит. Воображаемый друг мой, это вот я в зеркале. Господи. Перехрестюсь. Все, аллилуйя. Жах. Сегодня мне говорить не можно. Разговаривать вообще? No. Не дотрога дала.
испанец порога на выставке Ван Гога. Я главный экспонат. Ну, кстати, интересно, а вообще это норма, типа, представлять разговоры с каким-то человеком, с которым уже даже не общаешься? Или тоже воображаемый друг получается? Да, давайте на психологичные темы всякие. Не нужно, мне своих хватает. Ну, конечно. Почему мне пишут, что сегодня у меня 21 диамант, хотя у меня 0 диамантов? Что за лаги? Ну, почему мне так чучерц? Ужас просто. Понедельник, да. Это все из-за этого. Из-за понедельника. Антони, welcome. How are you? Сейчас я слушаю, блин, слушать рекламу о подгузниках. Найс. Welcome. Есть, конечно, есть. Конечно, есть. Как без инсты? Окей. А я сейчас... Короче, мне сейчас показывают только два чата. О, Natural Healing. Thank you very much. Шивер, как бы. Мне не показывают сообщения сейчас твои. Ну, типа, может, напишешь мне? Напиши мне. Потому что мне показывают только два чата. How are you? Ей это нравится. Да. Но она моя, танцует до утра, помешала лава. Помешала лава. You are crazy. Welcome. Oh, thank you very much. Ладно, майка, танцует до утра, большая лава. Thank you very much. Так уже, писать уж роли. Thank you very much. You best. How was your day? How was your day? What's up? Natural Healing. How are you?
Right. Она сумасшедшая. Хай. Танцует до утра. Лает шалалала. I'm fine. Thank you. And you? Oh, nice. Where are you from? And what's your name? Thank you. Oh, Japan. Nice. Да, я знаю, японца, Япония. Это круто. Nice. Yeah. I'm from Ukraine. How is Japan? Japan. Tell us something. Thank you. What's your name? Questions. What's your name? Countryside. Welcome. How are you? I'm sorry. Так, ну что, какую-то американскую музыку. Да, я знаю. Но я спрашиваю его имя, он не хочет что-то говорить. Ну ладно, не хочет, так не хочет. Ты же тоже свое имя не говоришь. Так что, ноль претензий. Welcome! What's up? Да, я знаю. Заметила. Я с ним говорила, почему он ушел? Welcome. How are you? Guys, how are you? О, можно сесть по-нормальному. Strong boy, welcome. How are you? Спрашиваю, сколько спрашиваю, как они, как поживают. Ноль внимания. Ноль на массу, два на трассу просто. Boy, welcome. How are you? Right.
Welcome. Tell us something. Thanks. Забирай, пожалуйста. Только верни, потому что на голове такое себе у меня. Серьезно. У меня на голове просто капец какой-то. Вот, спасают очки. Капец. Говорю же, на голове дурдом просто. Ну вот смотри, кто так лучше? А, вот. Лампу видишь? Светит, светит очень сильно светит. Очень. Вот так вот. Мне не хватает только пистолета. Я хочу себе пистолет, очень сильно хочу пистолет, очень. Погодная тема. Я сегодня, кстати, где? А, не видно, я сегодня порезалась ножом. Подруга притянула нож, я его открывала, пробовала его закрыть и порезалась. Ну как уж, ничего странного, это на меня похоже. Но если порезалась, видимо, нет. Я похожа на человека, которому можно доверять что-то острое? Я думаю, что нет. Я номер 9 в топе вроде. Где люди? Зашло за это время мне где-то 2 человек. Вот я видела. Где? Короче, что я поняла? Нужно это перед эфиром, вот, чтобы светилась какая-то моя другая фотка. Что-то провокующее. Почему нет? Почему да? Тоже верно. Welcome! Tell us something. Вышел. Ну ладно. Блин, по буквам не попадаю. Ужас. Ё-моё. Короче. Good. Welcome. How are you? Так. Ask question. No. Ask questions. Я жду. Где мои питания? Где мои вопросы? На каком языке мне еще сказать? Good. How are you? Я нет, не ужинала. Я голодная, как всегда.
прямом эфире я всегда голодная. Я ничего не готовила. Я сегодня была в стрессе. Мне мама готовила сегодня. Только я не знаю, что, не смотрела. А ты что сегодня ел? Что кушал? Нет, не одна, я живу с родителями. Если бы я жила одна, я бы здесь... Вот. А так... Я тихонько вот здесь, да. Пока, если переезжать, то переезжать в какой-то большой город, а большой город переехать, это опасно. С нашей ситуацией хочу в Киев приехать, но там очень громко, а я боюсь. У меня паника от всяких этих взлетов. Всего подобного, мне страшно. Welcome, guys. How are you? Ask questions. Хай мені задають питання, йо-маю. Ребята, я ж трохи більш активна. Трохи роздуплилась, а ви чому тупите? Молодой. Не молодой, а молодый. Молодый, ё-моё. Welcome. Justin, welcome. How are you? О, на украинский. Мне не 18. Мне просто 18. В смысле, мне не 18. Мне 18. I'm 18 old years. Тебе что, мой паспорт скинуть или что? Справа я. Справа у мене отлично. Суму его. Та потому що тяжкий день. А в тебе як справа? Чувай, блін. Ти що, прийшов мені прямий ефір розгромити, чи що, кажется, 18 немає. Я шокована. Важкі, тому що робота важка у мене. Я не працюю. Сьогодні мене закинули роботою хейтер. Дякую, ти хейтер. Я фармер фейсбук-аккаунтів. Знаєш таке чи ні? А ти скуже, чуєш? Як тебе звати, скажи мені? Як мені до тебе звертатись? 18. Ну, я, конечно, понимаю, что выглядаю молодо дуже. Особенно с этим хвостиком. Мне все 15, честно говоря. А ну. Звідки я? Ну, давай. Вгадай. Давай. Я жду. Не дай Бог, ти вгадаєш жутку, де я. Ну, я жду. Черт.
стоп. Ти вже був на прямому ефірі, ти вже питав? Стоп. Не поняла. Обоснуй мені оце. Обоснуй, я жду. СБУ? Це цікаво. Пообщаємося. У мене не вийшло поступити в поліцейську академію. Можна мені хоча б когось знайомого? Студа, пожалуйста. Ну як не вийшло, я просто передумала. Та ну. Хейтер, хейтер, чого ти мене не хейтиш? Повишай мені активність, хейтер, слухай. Як тебе звати, хейтер? Ісі Джокер, велком. Дякую. Дядя СБУ. Та ну, не шути, ти ж не з СБУ. Просто тіпа що? Ні, стоп, а реально. Як казала тіпа десь? Чи ти мене от коли знаєш? Боже. Невже така сила інтернету хороша? Да. Ну як сказати? Це і область, я не прямо в Черкасах. Я ненавіжу Черкаси. Я ненавиджу Черкаси. Всім і все, і душою, і серцем. Я ненавиджу Черкаси. Отрічаю, ненавиджу просто. Ти скуди? Ні. Слухай. Дядя СБУ, ти хто? Мені вже страшно. Не пугай мене, пожалуйста. Ти хто? Я шокована. Хороший? Слухай, то я скільки монеток? Подари мені подарочок. Ти казала, там я нагулятку? Ну давай, подарочок, давай. Судно тебе там монеточок. Ну, ти мене злякав. Капець. Ау-ю. Ну, все одно, блін, хто ти? Стоп, так, а реально? Откуда ти знаєш, звідки я? Пірат, я не розказувала нікому, скуда я. Та я... Откуда? Думаєш, я повірю, що ти СБУ? Та от ж я тебе й не повню. Я поняла, ти не сидів молодой какой-то. Ну, підписаний так. Так, інстаграм я не оставляла. Прихліплений. Десь у мене, похоже, місця Черкаса нема, бо я не Черкас. Так, я не казала, що... Стоп. Молодой, пали контору. Откуда? Откуда ти оце, ну, розгадав? Як? Що за діла вообще? Я шокована. Тупо якесь забудження мене завело. Немона? 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 Що мені? Хочемо секрет молодості. Це не просто колаген. Це кремлівних колаген-спеціаліст від рішення. Шок. Шок-контент.
Мистер Тюнси, welcome, how are you? Молодой. Не, ты так звертатись? Не, напиши мені фамілія, ім'я по батькові. Я так звертаюсь по цьому. Ну, офіційно. Давай, пиши. Не дай Бог, ти вийшов уже. Не дай Бог, ти вийшов з прямого ефіру. Я тебе найду. Угрози, угрози пішли. А, блін. Твоє лице, типу, похоже, ну, типу, знакома якась. Ну, я тебе не знаю, я з тобою точно не общалась. Точно не общалась. Уверена. Ти ж ти казав, що... Я не знаю, що таке скучати. Не надо тут мені. Розкажи, откуда? Ну капец. Я шокована. Так. Мені реально страшно стало на період тоді, коли ти мені ото написав. Ото таке страшне. Містер Принц. Хай. Хороші. Всі ви кажете, що ви хороші. А потім що? Я теж можу сказати, що я хороша. А я похожа на хорошу? Я думаю, я похожа на хорошу. Така мила дівчинка. Мила дівчинка. Характер у мене... Як не знаю, в кого. Раванечка. Хай. Хай. Да? Thank you. Де нема хороших. Треба вестися, ну, на внешність таку сучу. Ото хороші дівчинки. Вона таку, як я. Романочка. Як справи? Хорошо. Найс. Thank you. Ask questions. Раваночка, where you from? Так, молодой, ти ж вже вийшов? Куди пропав? У нас є незакрите питання. Вообще незакрите питання. Ні. Ну, я же питала, откуда, що, як? Та в смысле, як забудь? Тепер попробуй забудь. Я вже почала збуватися, там, боже, якийсь знайомий, господи, помилуй. Не дай Бог, що, ребята. Що ти взагалі в цьому приложенні забув? Що тут робиш? Просто, типу, дивишся? На люлей? Хоча, ти мені мальчики, типу, дарили. Я що, прямий ефір вів? Ясно, ясно, ясно. Ну да, мені точно скучно, не сталося прямо як радуга, блін, такого мене йобнуло, таке, типу, я така, що делать? Ясно. Кушать и спать. Я манала ваши.
Ладно, я помолчу. Не буду бату говорить. Суши. Конечно. Конечно, конечно. А кто их не хочет? Ты все хочешь. Ну ладно, не все. Ладно. А ты хочешь суши? Молодой. А, ты типа была занята? Молодой, ты писал молодой? Не, даже не молодой, а... молоду. Ду. Все. Present. Welcome. How are you? Чего хейтер? Хорошо. Хейтер так хейтер. Ох, ё-моё. Сейчас бы телефон скинул. Типа по-крутому. Знаешь, я тоже кого сейчас нахожу про людину. Моя пыталась, как я нашла. Я кажу, что я тоже СБУшник. Что я все, я СБУ, все. Нашла, вот это, конечно. Хейтер, ясно. Грон ван. Грон. Welcome. Ask questions. Ясно. Опять скрытый особистый. Что ж? Что ж, мне на глаза попадаются одни скрытые особистости, просто, тупо, поголовно, 18-й аркан рядом зі мною, тупо. Любі ситуації, маленькі скриті люди, блін. Хто ім'я своє не каже, хто батько не скаже. Знайти? То ти вже річку напиши, не пиши сюди, пожалуйста. Їм багато не треба писати. 12 ночі. У мене режимчик вже должна спати. Ну, я там лягати вже должна, а я сижу, блін. Розлікаю людей. Ти що вони мене? Знайди. Кажу, тільки напиши в лічку, не сюди, не в чат. Типа, очі великі? Та потому що тут да, ти про це? А зіниці. Зрачки. А! Господи, зіниці. Я ж кажу, я суржик. У мене це. З чистою українською чуть-чуть такое. Тому що у мене поганий зір. У мене поганий зір, тому в мене зіниці розширені. А ще з-за того, що світло погано. Я вночі взагалі крут. Ну, ясно. Бай-бай. Удачі. Очинюка. Насолоджуйся неймовірним смаком. Через стрес болить живіт, нож Бофорте з подвійною силою в одній таблиці діє саме на причину болю. Міг би сам інстаграм найти, слухай. Міг би сам. Ну давай, іди. Удачі тобі. Так, куди мене перекинула? Господи, помилуй.
О боже, куда воно? Де? Жах, оце потім довіряє тій пану. Каже, знайду всім злею. Угу, дякую. Санта Клаус, хай! Hello. Карлос підписався. Спасибо, спасибо. Тутерибот. Welcome, Mr. Super Polish. Welcome, how are you? What's up? Ну я шокована з цього молодой. Welcome. What's your name? And where are you from? Justin, welcome. How are you? Раваночка. What's up? Ask questions. What are you doing? Раваночка, what are you doing? Germany too. What are you doing? Doing. Guys, right, пишіть. Я тут що, дрясти руки, що? Германі. Where are you from? Hi guys, how are you? What's up? Саня, жах. Саркастик. Welcome. How are you? Не, ну раз сажаться вже мінус, блін. Hi, Hamza, hi, where are you from?
How are you? Капец, конечно. I'm from Ukraine. Nice to meet you. How are you? You really friend. Good man, welcome. How are you? Раванечка, how are you? Oh, I'm fine. Too. Thank you. Where are you from? Yes, Ukraine. Oh, nice. Thank you. О, молодой, скучала. Саша, значит, да? Саша. Я побачила Саня. О, good man, thank you. Конечно, побачила. Саня, Саня. Александр, значит, да? Карин? Да такое, ну, я вообще не была тогда и знаю. Я интроверт. Могуть, а может нет. За что я... Эйчин, олд, ерс, and you. Карина, это СБУ? Вроде нет, вроде не знаю. 26. Oh. Не знаю, не знаю. Но я тільки знаю, хто учиться у патрульки. Просто СБУ я не знаю. І хто в кібербезпеці, у мене знайомий. І все. Не знаю. Я вообще агроном. Ти мене питаєш про дівок з якого города? І кого ти там шукаєш? Дякую. Мені приємно. Ну,
тоже хорошо, разные шоу. Їду, блін, на концерт цього. Як так? Ні одну пісню не знаю, зато їду. Найс. Так, реально. Ти мене питаєш про дівок, з яких... Ні, не в Київ. На жаль, поки не в Київ. В Київ пізніше поїду. Надіюсь. Надіюсь, що... Я літом теж, може, буду в Києві. Ну, просто тут, блін. Я запутався. Про зустріч ще рано говорити, тому що, ну, все-таки все можна поміняти. Так, тому що в мене була робота, я була зайнята роботою. Мене інтересувала тільки робота, робота і ще раз робота. Все. Учоба мене не цікавила. А я й не бачила, що ти ошибку написав. О, бухенька, от я й мила, під пиво піду, так? Поняла. Чорних бусів ми остерігаємося. Я заповнила. Ну, серйозно, мені було просто все одно на кого поступати. Мені треба тільки образування вище, все. А агронома я вибрала по тику пальця. От такого. Я хотіла поступати в Київ дуже. Але просто я розумію, якщо поступлю до наочне, то мені там буде скрім. У мене прям паніка, коли вже злетить. А в мене щочки нормальні. Я худенька, але щоки в мене... Капець. Оу. Дім-дім. Жесть. Ти якби одразу і вийшов. Ну так, да, коротше, я брала роботу, от поступила на агронома, заочно, в Черкаси. Ой, мені казала, не кажи тут нічого про свою, типу, лічну життя. Правильно, правильно. Та оце ж, ти мене питай тоді, щоб я не казала. Зараз все тут всю життя розкажу. А з одною дівчиною, ну, була прямий ефір. Ми з нею говорили взагалі, тупо, без фільтрування базара, взагалі, на любі теми. І все одно. Ну, я ж сподіваюся, що мої прямі ефіри не пересматривають, не передивляються. Я на це сподіваюся. Якщо передивляються, то... Ну, хай дивляться, що поробиш, що я. Чи мені повішати там вивіску, типу, не дивіться мої прямі ефіри, не передивляйтесь. 5. Я не можу. Я в агентстві пару днів вже як. У мене дві роботи, можливо, серпня буде ще третя. Да. Яка там лічна життя? Я вся в роботі. А мені нравиться не себе багато брати. Я просто йобнуто на голову. 1.67 чи 65. Щось таке. А у тебе? Хороший рост.
Не, ну а що мені сидіти? Я ото була... Звісно, заходить, що не заходить. Я ото була, мабуть, літом без роботи, на 2 місяці десь. Капець мені було сложно. Я привикла, що я просинаюсь, беру ноутбук і роботаю. А тут... Стопе. А чо я вообще слухаю? А в смысле не говорить, а чо? Мать вообще-то ще люди є. Чи ти кудись ходиш на 5 минут? Deep baby. Welcome. How are you? Да. Угу. Душераздирающая песня. Тейлор, welcome. Hi. What's up? Оу. Молодой. Вернулся. Хай. Скучали? Скучали, да? Не знакомлюсь. Сорян. Не знакомлюсь. Все. Хто ви, дядька? Я з вами не знайомлюсь. Як це знайомитись трішки? Або ви вже знайомились? Фу, блін, знайомитись або не знайомитись. Лілі, привіт. Фуаха, ну, раді приколу, чи ти з України? Лілі, з України, мабуть. Мабуть, так. Да. Привіт. Бе-бе-бе-бе-бе. О, ну привіт. Зібралась тут у мене українці. Да, з агентства. А ти? Мерлін, хай. А ти з агентством чи ні? Можна зніматися. Це зараз я не знаю. Русня Сос. Привіт. Лілі, ти теж? Да, ні? Пау. Хелло. Пау. Молодой. Вернувся. Чо ти взагалі не спиш? Ти бачиш, яке время? 00:20. Ну хоч хтось. Преданный хейтер на месте. Ну, я избивающий тип, так что, ну, не знаю. Оу. Давай спать. Куда ты? Сон дуже важливый. Давай спать. Я тупо сижу, як наркоманка. Каву. Ну капець.
Арчер. Хай. Оу, шит. Не можу. Не можу. Та я скоро вже прямо ефір закінчу. Яке хитре. А я ж можу з прямого ефіру зараз вийти. Я шокована. Заінтересував, заінтересував. От так от, да? Дивись. Дослухаю оцю пісню і слідущу, і я вимикаю прямий ефір. Боже, це чай вже досить собі на прямому ефірі. Чого ти сидиш? От дивись. Ні, ні, не ти, не ти, не ти. Раваночка. Чого? Ну ладно, без питань. Саня. Буде тебе питання, або казати, або молодой, або Саня. Переїжджаю. Санюк. Чого не Олександр? Чого не Олександр? Чи тобі так не подобається? Олександр теж дуже просто. Санечка! Санечка, знімаєш? Чого? По-моєму, прикольно і офіційно. Шайні? Хай. Ні, ну це вже заганав. Що це таке? Капець. Диви. У мене ж спина хруснула. Ну все. Кстати. Що кстати? Що кстати? Боже, де? Не холост. В смислі? Я холоста. А, що я холоста? Ой. Не так прочитала. Ну, бо життя таке. Таке життя. Ніхто не подобається. Ніхто не подобається. Я кажу, я людишка. Кажу ж, я збігаючий тип. У мене був пац? Коли? Якщо... 27 днів отношений можна вважати отношеннями, то да, в мене був пацан один. Ну бач, я не вважаю, ну, отут 2-3 тижні муток отношеннями я не вважаю. То мутки, то не отношення, то мутки. Ну, тому що в мене не було таких почувств нормальних. Ну, він був бабник. Я не сприймаю чела, який по житті бабник, за щось серйозне. Та в смислі? Так серйозне. Ні, пацан був нормальний, хороший, но просто було дуже багато причин, ну, чого... Я розсталась з ним багато, чим було, насправді дуже. І звати його теж Олександр. Хорошо. Щас так щас. О. А я буду вже виходити з прямого ефіру. Да. Я буду вже виходити. Guys, bye-bye. Bye-bye.